Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1420. События дня. 1 Коринфянам 12:28. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. За 3 ноября 2019 года. И обращение о помощи. Наш староста деревни православной обращается за помощью. Читайте. Я буду быстрее проворачивать страницы, а вы курсором стукните и остановите их. Это мне вопросы задают. 10-й том «Открытым оком». И тут выставлю интернет. Я снял с моего взятого ресурса. Из сайта. Называется «Во свете Библии» сайта Игнатий Лапкин. Это правила апостола Павла. Они были в книге правил, а потом их выкинули. Их нету сегодняшних. Это я беру, которые были еще при патриархе Иосифе. Правило 18, вот учитель, что даже из народа, то есть ни должности, ничего нет. Если искусный, может, в Слове Божьем чист по поведению, пусть учит, ибо все будут научены Богом. Это один, это Сергей Семенов, это родной отец Вячеслава Семенова, говорит, как был в Потеряевке. Он увидел это все, а другие не видят это.
Ну, вчерашний день, это за воскресенье было, ну что, богослужение без батюшки. Вчера в Потеряевке было, должно было быть венчание Терентия и Екатерины. Нас там не было. Мы были здесь, наши ходили, Евангелие раздавали, собрание было, занятия потом, прямо в трапезной, а потом занятия по интернету. Вот такой день события дня. Ну, что можно было, тут поместили, и на этом все. Я не говорю тут наши ресурсы какие, хотя можно было бы показать, даже давно не показывал, кажется. Это вот наш Игнатий Лапкин. Взять, если мой мир, по моему миру, и показать как. Вот она как, где я в шапке, а где с голубем, это контрольная, такой же открытая страница. Ну и вторая, это православный форум Игнатия Лапкина, очень большой, 1600 тем. И вот православный видеоканал «Открытым оком». 17200 роликов здесь. Огромный, огромный. Ну и в Осетии Библии православный библейский сайт. Вот так. Это наши ресурсы. На этом все.